Да. Надеюсь, я проживу на новой работе, и мне дадут 100 баксов. Очень хорошо, хорошая зарплата, но прежде надо выжить. Привет, привет. В общем-то, добро пожаловать на апгрейдированную, так сказать, Фредди Фазбер Пицца Шоп. В общем-то, думаю, ты здесь в управлении все знаешь, не в первый раз все же. Дальше у нас тут... Что же, ладно. Прошлый охранник уволился, и ты его как бы заменяешь. Тебе осталось только 3 дня выжить, и все. Но мы тебе заплатим за это только 50 баксов. Но можем доплатить еще 50. Зато, если ты проносишь 2 дня костюм Бонни. Голден Бонни. Даже не весь костюм, а просто маску. Ради того, чтобы, так сказать, побаловать детишек. Им уже надоели старые вещи. Ладно. Что ж, пока. Удачи. Да. Мне заплатят 50 баксов. Хорошая зарплата. Надо постараться. Так. Тут у нас совсем ничего. Тут у нас экзоскелет. Мне надо только одеть маску Бонни. Ха, привет, детишки! Это Голден Бонни! Это голдоняшка-боняшка! А, что с тобой?